Мужики, всем привет! Вот по просьбе одного подписчика показываю, рассказываю, как из чего делал картофелекопалку. В общем, она у меня сварена из культиваторной вот этой всей стрела, стойка. Вот. К ней приварил пруты арматуры, кругляк. Это кругляк десятка, по-моему. Сейчас даже померяем примерно, приблизительно узнаем. Да, это кругляк десятка. Значит, изначально я его сварил неправильно, но люди подсказали в комментариях, сказали: Саша, сделай их реже, и намного будет все приятнее и симпатичнее работать. Действительно, вот они, эти куски. Я их отрезал сегодня утром. Вот он еще блестит. То есть прорядил через один. И намного легче стало и лучше вырывать и выбрасывать картошку наверх. Вот такая вот штука. Значит, у меня их осталось 6 штук. Ну, по центру стойка. Она работает как, ну, как прут, будем говорить, да? По-простому. Значит, стрела у меня 330, либо 33 сантиметра от края до края. То есть ширина захвата. Они меняются. Понятное дело, два болта. Можно открутить, поставить меньшую и так далее и тому подобное. Варил в торец прямо вот сюда. Не вниз, не это, а прям в торец попереваривал, да и все. Так, стоечка. Ну, стоечки у меня таких 3 штуки сварены. Вот так они зажимаются болтами. Здесь намного больше, чем сама стойка культиваторная. Для чего? Для того, чтобы еще можно было не только винтом регулировать, а еще регулировать угол атаки и вот здесь, в этом креплении. Ну так, для удобства, будем говорить. Вот у меня один болт закручен сильнее, другой отпущен, стойка отведена назад. То есть я еще здесь меняю угол атаки, так как винт у меня закручен до конца. И дальше уже его невозможно закрутить, поэтому регулировал здесь. Вторая — это под дисковый окучник. Ставится тоже, чтобы менять угол. Там еще там для всяких разных целей, но тем не менее она есть. У меня таких штук 3. Это левая, буква L, есть правая с буквой P и просто без буквы, это центральная. Ну, они подходят, они взаимозаменяемые. Почему левая? Ну, потому что ставится на эту сторону для дискового окучника, чтобы ширина была, то есть их смещаю я их туда-сюда. Если надо совсем на край поставить, я их переворачиваю вверх ногами. Они абсолютно симметричные, взаимозаменяемые, вот эти вот крепления. То есть как их не переверни, как не поставь, все равно они будут работать. Вот, ну, это прицепное, так, чтобы в сторону отвел. Так, вот такая вот штука. Что еще сказать? Прутья вот эти, вот даже вот в изогнутом состоянии, 40 сантиметров, будем говорить, ближе к центру. Эти 35, эти 30 сантиметров длиной. Вот, так как стрела, она идет под таким углом, и чтобы вот здесь она более-менее как-то выходила, сделал так. Мне понравилось. Все это было интуитивно, гнулось уже на месте. Сначала приварил ровные, потом их подгибал. То есть и до сих пор их загинаю, подгинаю, как все в процессе работы. Иначе, ну, просто не угадать. Вот как-то так. Ну, навеска работает. Сами все это дело сейчас увидите. Тестировал и на нем, и на малыше. Он стоит загруженный уже ведрами.
возим вот так вот картошку, даже не на прицепе. Вот копал и ним, и этим, в общем, тестировал реверс, как будет справляться, пробовал на второй передаче, ну, в основном на первой, и в основном на реверсе. Вот, так что хары-ля-ля, погнали смотреть, как все это было. Вот солнце только-только встает, поэтому с утреца будем заниматься. Так, ну буренец поехал. Вот как-то так.
На этом, в принципе, можно и закончить этот ролик. Поэтому, кому понравилось, ставим лайк, пишем комментарии. С вами был Санек. Еще увидимся.